каждым годом все больше жителей Нижегородской области принимают участие в акции по сдаче крови на типирование. В прошлый раз в Сарове к ней присоединилось около 100 неравнодушных горожан. Всего благодаря акции в Национальный регистр в качестве потенциальных доноров было привлечено около 4500 человек. Присоединиться к акции могут люди в возрасте от 18 до 45 лет без серьезных заболеваний. У потенциального донора возьмут 9 мл крови из вены. Ну, это, в принципе, процедура довольно-таки простая. Там это незначительное количество, и клиент будет уже сразу же после процедуры нормально чувствовать. Как бы это никак не влияет на организм человека. Никакой подготовки перед процедурой не требуется. Сдать кровь можно в течение всего дня. Ограничений в еде для донора нет. Приходит желающие, заполняют анкетку. Там, соответственно, в анкете прописаны все противопоказания. Если у желающего нет никаких противопоказаний, он ознакомливается, вносит свои данные в анкету, сдает кровь и все. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Если в будущем его клетки подойдут пациенту, этому человеку предложат стать донором. Акция будет проходить с 8 до 19 часов 20 марта в диагностической лаборатории «Гемохелп». В Сарове она находится по адресу проспект Ленина, дом 15. Екатерина Апионова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.